Безопасность превыше всего. В минувшую среду в зале заседания администрации муниципалитета на совместном заседании двух комиссий, антитеррористической и комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности, обсудили состояние защищенности объектов городской инфраструктуры во время предстоящих праздников. В заседании участвовали представители силовых ведомств, сотрудники администрации округа, руководители организаций, имеющих отношение к работе с населением. О состоянии антитеррористической защищенности мест проведения мероприятий в период новогодних праздников отчитались представители профильных комитетов и управлений местной власти. Во всех действующих на территории округа объектах культуры и спорта выполнены основные требования постановления правительства Российской Федерации по антитеррористической защищенности, получены паспорта безопасности и пройдено необходимое категорирование. На заседании заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД России Щелковская Александр Тетеркин рассказал, что в новогоднюю ночь охранять общественный порядок будут 60 сотрудников, входящих в пешие и мобильные расчеты. Период с 31 декабря по 10 января дополнительно еще 30 полицейских будут готовы оперативно прибыть на проводимые в округе мероприятия. Перед проведением данных мероприятий объекты будут обследованы кинологом со служебной собакой, обученной по профилю обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, после чего данные помещения будут взяты под охрану сотрудниками полиции на период проведения мероприятий. На заседании начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Щелково Главного управления МЧС по Московской области Дмитрий Харченко сообщил, что противопожарная безопасность в праздничные дни берется на особый контроль. Все дежурные расчеты будут работать в усиленном режиме. Также хотелось бы отметить вопросы по запуску пиротехнических изделий. На территории городского округа Щелково находится 5 площадок. Хотелось бы попросить оборудовать данные места наглядной изобразительной агитацией, баннерами, стендами с разъяснением для населения о правилах, требованиях при применении данных пиротехнических изделий. На заседании были подведены итоги выполнения в прошедшем году комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Так, в 2021 году в образовательных учреждениях было проведено 353 информационно-пропагандистских и культурно-образовательных мероприятий, направленных на разъяснение опасности терроризма. В них приняли участие более 26 тысяч учащихся. Форма проведения таких мероприятий различна. Так, было проведено 9 фестивалей, круглые столы 27, презентации 41, конкурсы гражданско-патриотической направленности 61, классные часы, уроки мужества, беседы с группами обучающихся по профилактике детского суицида, экстремизма и терроризма 181 мероприятия. На заседании также шла речь о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности жителей при их нахождении вблизи водоемов. Отмечалось, что в округе с 15 ноября не допущено ни одного трагического случая, связанного с выходом людей на лед. Также на заседании было сообщено, что в крещенские купания с 18 по 19 января на 11 купелях будут дежурить более 170 сотрудников силовых структур Минздрава, администрации округа, 36 единиц техники и водолазная группа. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.